Старт всероссийской юношеской велогонки, посвященной Дню Победы, дан. В этом году педали крутят гонщики из Омска, Тюмени, Кемерово, Челябинска, Республики Казахстан. Возможности занять призовое место у спортсменов более чем достаточно. Программа соревнований по традиции очень насыщенная. Шоссейная гонка, индивидуальная, групповая, командная и гонка «Критериум». Последняя по улицам города. Дистанция 38 километров. Круги наматывали у арены «Омск». В «Критериуме» непростая система начисления очков участникам. Условно, каждый третий круг – финиш. И на этом кругу, на финишном, получают очки. 5 за первое место, 3 за второе, 2 за третье, 1 очко за четвертое. И так очки будут набирать они на протяжении всей гонки, на всех промежутках. Потом они суммируются, и сильнейший окажется с наибольшим количеством очков. 5 соревновательных дней. 12 мая – первый. Юноши поехали индивидуальную гонку в 8 километров. Быстрее остальных здесь оказался воспитанник Омского велоцентра Виктор Инкеев. Следующий день – следующий этап. Групповая гонка на 63 километра. Дистанция серьезная, разделена на 3 круга. И первому удалось финишировать также амичу Василию Лобанову. Гонка «Критериум» определила тройку призеров. Первым стал Юрий Бутрехин из Кемерово. Удалось реализовать не все. Хотели больше этапов, на больше этапов отметиться, больше на групповой гонке, на разделке. Ну, «Критериум» я сам не ожидал, что так проеду, но это скорее отчаянно так поехал. Спонтанно. Команда велосипедистов из Кемерово – один из фаворитов этого турнира. Успех объясняют просто. Ну, сегодня уже ребята обстреляны, они уже не первый год эту гонку ездят, потому что она для нас считается вход в сезон. Вот мы по вашей гонке входим в сезон уже, и уже потом едем на все первенства России, на все соревнования, которые проводятся уже в России. На завершающем этапе соревнований участники стартовали командами. Цель – показать лучшее время и при этом финишировать командой не менее чем из 3 человек. В итоге с поставленной задачей лучше остальных справились ребята из Челябинска. По сумме 4 этапов юношеской многодневной велогонки первое место занял спортсмен из команды Кемеровской области Юрий Бутрехин. Вторым стал амич Виктор Инкеев. Третьим – также наш спортсмен Василий Лобанов. В общекомандном первенстве первое место у Омской области, второе у Тюмени, третье заняли гонщики Северо-Казахстанской области.